Хейо, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по званию Far Cry 3. Так, я скупил, короче, себе броник. Что я хотел посмотреть? Путеводитель. Оружие. Оружие приобретено, заметьте. Еще не все, у нас только 29, это мы уже все открыли. А это, похоже, будет все раритетное оружие. Вот навык, допустим. Почему мне не дали ничего? Или дали? А, нет, дали. А, испытание ракет тоже нужно проходить. Ё-моё. Любимое орудие. Окей. А что нам нужно сделать с вами? В первую очередь мы с вами выполним колыбельку. А это нам нужно сюда. Телепортируемся. Я добегу до туда, как я вам обещал, я буду останавливать запись, чтобы было, весь процесс был быстрее. Поэтому все ставлю на паузу. Хотя я вот тут заметил, тут же испытание есть, ракет. А, использовать. Это ж оно, да? Подождите. Назад, назад, назад. Карта. Если это оно, тогда давайте сыграем, почему бы и нет. Испытание ракет, да. Убейте как можно больше врагов из данного транспортного средства. Начать, ладно. Попробуем. Так, штурмовик-защитник. Ага, гранатометчик. Окей, как можно больше. Ой-ой, меня аж грохнуть могут. Тихо, 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 тихо. Нужно шприцы в себе автоматом юзать. Ай-яй-яй, главное не врезаться. Черт. Раз, два, три. Блин. Тихо, 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 тихо. Я понимаю, вы мощные. Хотя бы шприцы здесь бесплатные. Нет, едь, 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 еще время есть. Так. Давай, не успею, да? Ладно. Ой, награды тут тоже, смотрите, опытают. Не-не-не-не, все-все-все. Испытание пройдено ж. Если мне нужно максимум делать, тогда нет, извините. Это не для, не ко мне. Ну так, знаете, испытание... Ай-яй-яй. А я забыл. Ай-яй-яй. А ну-ка. Так, рюкзак на путеводитель. Испытание ракета, да, выполнено. А это что, достижение? Достижение, достижение, достижение. Карты памяти. Так, окей. Где у нас еще эти камешки? Да, нужно тоже их будет выполнять. Ладно, оставляем записи и бежим, короче, туда. Потом я пойду к ракетам. Хотя нет, ладно, пойдем сразу на миссию. Поэтому ждите. Ну вот, короче, я уже подъезжаю. Так, все. Сразу смотрим. О, автоматом сразу 4. Одна вышка. Так, их 5. Сигналок сколько? Вижу одну.
Блять, вы заебали со собаками. Они могут быть за решеткой, в принципе. Так, давайте полностью пройду. Да, они за решеткой. Так, сначала нужно вырубить сигналку. Ну как бы так сделать, чтобы мне и не спалили. Так. Тихо. Нужно в голову. Готово, зачистка готова. Изи. Изи зачесон. 1500. 1500. О, нихера, у меня уже сколько патронов. Сколько я могу с собой патрончиков носить. Ух. Ух, ух, ух. Так, боеприпасы. Закупиться, да. Так. Следующее место у нас. А, точно, я же сказал, что сразу идем на сюжетную миссию, да? Тогда погнали. В следующей серии, скорее всего, мы с вами... Блин, я даже не знаю, можно... Нам нужно сначала попасть на второй остров. Сделать все там охерительно. Так. Чтобы было бы все норм. И нужно аванпост последний на этом острове захватить. А, давайте сначала по миссии. А дальше там разберемся. Так. Где ты там, приятель? Да, 16 FPS проверяете. Здорово. Ю. Эбак, день рождения не сегодня, но ты похожа Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ты купил его, ухой-то. А, это он. А он назвался... Ты психуешь. Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брозери. Слушай, мне просто нужен кит. Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе. А что тебе это нужно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Нож тебе найди нужен. Найди его. Сделаешь. И мы с тобой в расчете. И Кит уйдет с тобой. Принеси мне то, что потеет. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! Хуёжик. Больше, чем в ваших задницах. Это выкуп за Кита, понял? Ёжик. Где он? Тот искатель. Знал, где искать. Но вас захватил его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Нет, не чертов нож. Его местоположение. Хочешь, Кита? Заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово...
Сокровище. Вали. Ах ты, тварь. Подонок. Тварь. Подонок. Тварь. Подонок. Так, я надеюсь... Мы... Вот видите, как раз теперь у нас быстрое перемещение доступно туда, скорее всего. Да. Я даже могу сэкономить время и сделать все быстрее. Попасть на корабль, забрать планы. Но я чувствую, что на корабле народу будет дохерище. Так, ладно, погнали. 500 метров. Так, бери. Да, патроны увеличились, когда я, походу, апнул патроники. Так почему я раньше не мог? Поехали. Тихо. Главное не разбиться. Так. Вижу корабль. Нет. Тихо. Фух. Все хорошо. Что произошло? Так, ладно. Берем катерок. Давайте этот, он ближе. Так, нужно по-тихому туда добраться. И чтобы меня не посекли, плюс не сожрали акулы. Да, катерок. Так, сразу ищем проход наверх. Тихо. Сука. Тихо. С той стороны не взобраться. Ой, блядь! Тихо, хилимся. Фух, ёбаный в рот. Так, снайпер. Нет, подожди. Ай, стрела, минус стрела. Да, минус стрела, если он... Тихо. Тут ничего, повстанцы играют с нами. Меня потеряли, все. Он ко мне сюда поднимается? Как мне, блять, к тебе подойти в спину, ёбы? Да не смотри ты сюда на меня. Начать поиски. Давай, выгляни. Выгляни. Зараза. Ну, сдохни. Я вас понял, все. Хера. Пуль на дробаше. Куда идешь? В следующий раз я тебя найду и убью.
Тихо, чел. Не кипятись. На этот раз от меня не уйдешь. Не кипятись. Дробаш, не-не-не, верни. Опускай труп, все. Заходим внутрь. Так, перезаряжаюсь, чтобы все у меня было. Блять, я что, стрелу потерял? Чел, верни мне мою стрелу. Она была у тебя. Вот, зараза. Или где труп, которого я убил? Ладно. Поехали. Чтобы устраивать засады, используйте заряды С4. Спасибо вот за совет. И мины. Спасибо за... Давай, мне нужны эти данные. Блять, а если вызовут... Так, сохраниться нельзя, да? Или можно? Вот сука. Долго мы здесь будем? Пока они не найдут нож по записям в компьютере. Голодная дива. Да, было бы круто. Блять, да сколько же тут пиратов? Поймаем его! Вот сука. Не-не-не. Ладно. Не, давайте с последним сохранения. Да. Бля, вот это херово было. То, что я не попал по второму. Он чисто все испортил. Давай, мне нужны эти данные. С этим, ладно, что проблем нету. Долго мы здесь будем? Пока они не найдут нож по записям в компьютере. Надо залезть в этот комп. Сколько же тут пиратов? Тихо. Так, заходим внутрь. Так, готово. Здесь была сигналка. А, значит, пока меня тогда не спалили, все было норма. Так, нет, давайте я возьму лучше снайперку. Минус броня. Ну ладно. Так, все хорошо. Пока что идет все плавненько. Вот сейчас открой, если там будут эти здоровяки, я охерею. Прованговал. Так. Все? Спорю, что в этом компьютере что-то есть. Да ладно. Он бы тогда тут просто так на корабле не находился. Нам пока попью. Вот он.
остров. Это вроде важный компас. И может приведет к нашему. Главное, чтобы сигнализация не сработала. Быстрее, говнюк! Блять. Это шутка? Ладно. У меня нету этих препаратов, чтобы дышать под водой. А, там дыра, выплыву. Давай выплывать. Контрольная точка, погнали. Я вообще в обломке каком-то. Ладно, поехали. Так. Почему ты эту штуку не можешь с собой взять просто и плыть вместе с ней? Ой, все. Так, давай. Пора выбираться. Да ладно. Быстрее надо. Зачем ты закрываешь? Смысл? А, чтобы вода типа не попала? Это ненадолго. Черт. Давай, нужно выбираться, Джейсон. Открывай, вот, давай. Как будто в Call of Duty играю, то, знаете, четвертую миссию колды, где нужно было тоже с корабля свалить. Ай, не ту нажал. Я альт нажимал, черт. Откуда? Давай, откуда, хотя, пожалуйста, наверное, сначала именно, как только мы начали тонуть, да? Навык убийства с кражей оружия позволяет вам украсть у врага пистолет и из него застрелить другого врага. Бля, я с самого начала смотреть видосик. Так, план, поехали. Сначала потребляем кислород. Слишком громко. Так, сюда, быстрее. Побежали. Бери АК. Дверь закрой. Если сейчас мы бежим вперед, еще одна дверь, мы топимся. Там немножко вообще осталось. Еще вот эта дверь осталась. Быстро пробежать между туннельчиками. Подняться наверх и все, мы на свободе. Давай. Давай, вперед. Так, здесь эта тварь. Пробел. Соси писюн, я сказал. Так, давай. Кислород. Дышим. Так. Бля. На вход, выход. Еще подыши на всякий случай. Кто знает, сколько нам еще плыть. Нет, это форточка. Давай, ломай стекло, ломай, Джейсон. Все. Во, выныривай. Акулы. Выучите навык глубокий вдох или изготовьте снадобье, ныряльщик, чтобы проводить больше времени под водой. Ха! А я прокачал как раз, чтобы дышать под водой дольше. Эй, Джейс, не спи, замерзнешь. Подъем. Открой сомкнутый негой взор. Да вставай же! Давай! А вот и ты. Нашел сокровище? На судне его не было. О, Джейсон, Кито это не понравится. Похоже, ему уже неловко. Зачем ты это говоришь? Сам не знаю. Смеха ради, лапочка, смеха ради. Не нашел ли ты компас? Отлично, здорово. Я знаю вот что. Используй компас. Большое спасибо. Пожалуйста. А теперь, если можешь справиться сам... Я иду к Киту. Ладно? Давай. Бывай. Чао.
Так. Окей, миссия выполнена. Успешно. А, миссия вот следующая. Так, ну я хотел сделать вот что. Так, реликвии. Здесь реликвия. Здесь две, кажется, даже реликвии. Мартышкин труд. Так, поехали. Короче, пока, пока у нас 7 минут есть, выполним испытание. А, блядь, мне же тогда придется к берегу этого острова бежать. Ладно, нормально, возьмем, если что, машину. Так, где здесь было это задание? Так. Так, почти апнулся. Бак Хьюз. Я знаю, в чем проблема Бака. Он вырос в британской тюрьме под названием Австрия. Бамби Бак Хьюз вступил на службу в армию в возрасте 20 лет, но позже был уволен из-за склонности к насилию. Потом он работал по контрактам в южных регионах Тихого океана, пока не связался с Хойтом Волкерхом. Так, все. Испытание, поехали. А, убейте как можно больше врагов из представленного орудия. Поехали. Ну, у нас, как обычно, будет бесконечно, получается, эти хилки. Давай, 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 давай. Убейте как можно больше врагов из представленного оружия. RPG. 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 Так. Бум. Бум. Так, зарядимся. Бум. Долго перезаряжает. Нельзя... Вот черт, промазал. Тихо, ходим туда-сюда. Тихо, тихо. Хилься, хилься, хилься. Ай, бля. Штурмовик, 5 очков. Так. Вертушка, где? Защитник. Готово. Ладно, норма, 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 норма. Я вообще не пойму, как там получить максимальную награду. Это жесть. Окей, готово. Пауза, и мы отправляемся к следующей. Так, следующий камешек. Help me! Так, на мелкие кусочки. Убейте как можно больше врагов из... Окей. Гранатометчики. 50 очков пулеметчик. Значит, пулеметчики в игре самые жесткие. Ну... Как можно больше? С чего? О, ладно вам. Серьезно? А, так это херри, они дают дополнительное время. Ясненько теперь. Thank you.
это единственное оружие, которого я могу убивать жестко. Ой-ой-ой, тихо, шприцы. В смысле? Что это было? То есть, по-вашему, я должен был стоять на месте, что ли? Окей. Едут. Это легкая миссия, если честно. Просто закидывай, да и все. Давайте пожестче врагу. Я получил максимальное. А, за 300 очков. Нихера себе. Да я про бросатель гранат. Бросая камни, вы можете отвлечь внимание врагов. Точно, у меня же еще есть камни. Так, у меня максимальный запас этого. Ладно, короче, давайте, знаете что, я отправлюсь в быстрое путешествие сюда. В следующей серии мы с вами отправимся тоже на миссию. Будем, короче, уже идти на миссии, чтобы апнуть все дальше. И после этого уже мы с вами начнем дальше играть. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.